Нет, я не буду снимать. Я вообще не ожидала, что я смогу показать такой результат. Мне кажется, я рассчитывала на 3,59, возможно, но не точно. Никаких. У меня не было задумок какой-то результат точный. Я просто хотела хорошо сбегать. Ну, мое состояние сегодня намного лучше, и мне ехалось хорошо, но я просто, как бы, как сказать, я не знаю, на какой результат я ехала. Я понимала, что я еду хорошо и быстро, но какой результат я, честно, не знала, а когда увидела, очень удивилась и обрадовалась. Я говорю, возможно, я пойду на массаж. Я сдержанный человек. На публике.